Милосердие, долготерпение и сострадание – истинно христианские добродетели, присущие профессии врача. А потому среди православных святых немало целителей. Но если в церквях и монастырях спасаются от недугов духовных, медики помогают излечить физические болезни. Коронавирус – стихийная инфекция, последствия которой и сегодня приводят людей в Брестский областной кардиологический диспансер. О том, что здесь работают неравнодушные люди, архиепископ Брестский Кобринский Иоанн знает не понаслышке. Я это испытал на себе. Врач ищет, в чем дело, почему человек себя плохо чувствует. И я должен сказать, я по себе сужу. Это неплохо у них получается. Конечно, дай им Бог здоровья, чтобы они и дальше так трудились. Они отдают себя полностью. Звоню врачу, она еще на работе. Ее еще дома нет, она еще смотрит тяжело больного. 8 часов уже вечера. Пришла наверняка к 8 тоже. Поэтому это дорогого стоит. Вот за это мы как раз и благодарны. Церковь благодарна. Это действительно служение ближнему, понимаете? И это не работа. Это не то, что вот она пришла, потому что она работает. Это ее призвание. Тех, кто призван на нелегкое и ответственное служение борьбы за жизнь и здоровье каждого обратившегося в непростой эпидемической ситуации, тех, кто верит в благополучный исход болезни и вселяют эту веру в пациентах, тех, чье сердце способно вмещать боль и страдания многих людей, а это медицинские работники Брестского областного кардиологического диспансера, Православная Церковь в лице своих пастырей в эти дни благодарит за их подвиг и вручает высокие награды. Для нас сегодня, на самом деле, это очень важный день. Во-первых, в день святого праздника, одного из самых великих праздников православия, Вознесения Господня, нас с поздравлениями, поздравление от митрополита, поздравил владыка Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский. Для нас, врачей, это очень важно, так как в этот тяжелый период пандемии и все, что сопровождало эту эпидемию, необходима была духовная поддержка медицинским работникам, тем более в канун Дня медицинского работника, который, между прочим, еще и совпадает с великим праздником Троицы. Для меня это очень важно. И оценка епархии, а в этом смысле православной общины Брестской епархии, оценка нашего труда, который все медики внесли вклад в борьбе с коронавирусом, с его последствиями, здоровье наших граждан. Медали Кирилла Туровского, Ефросиньи Полоцкой, архипастырские грамоты благодарности были вручены 30 лучшим сотрудникам учреждения. Каждому из них владыка произнес аксиос, что в переводе с греческого значит «достоин». И действительно достойны, так как самоотверженно трудились и будут выполнять свою миссию не за звание и не ради наград.